Ассаламу алейкум. Сегодня мы с вами учимся делать ихрам. Вот видел ваши яки. Сразу сумка не сидит в подарок. 130 реалов недорого, ихрам берем. Себе снял, сумку брал. Ихрам, соответственно, одевается на голое тело, да? Я уж раздеваться вам не буду. Аурат. Есть два вида, как завязать ихрам. Но самый надежный, это вот такой вот. Берем, вот так его сводим посередине. Вдыхаем до конца. Натягиваем. Сильно натягиваем. Вот так вот. И два, и вот так вот складываем. Получается, опускаем полностью раз, и второй раз. Все, ихрам у нас одет. Смотрите, таким образом сразу у нас ничего не открывается. Видите, ноги не открываются, хоть как-то прыгай, прыгай, и можно ходить спокойно. Вторую часть обычно одевают вот так вот. Вторую часть обычно одевают вот так. Посередине тоже накидываем. Левую сторону сюда заправляем. Правую вот так берем, оп, закидываем, все. У нас ихрам готов. Когда мы подходим уже к обряду умры, начинаем, право плечо оголяем. Вот, вот так закидываем. Он постоянно спадает, ничего страшного. И совершаем обряд умры. Пусть Аллах примет нас от вас. Аминь.